Всем привет! Вы на канале Мои рецепты и с вами Людмила. Сегодня для вас три самых популярных салата ресторанного меню. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые рецепты. Одним из популярных и быстрых в приготовлении салатов есть греческий салат. Вкус салата зависит от заправки, поэтому вначале сделаю заправку, чтобы она настоялась, а специи отдали свой пряный аромат. В оливковое масло вливаю сок лимона, белый винный уксус или яблочный уксус. Добавлю сушеный базилик и орегано. Затем сахар, соль, черный молотый перец и отставлю в сторону, чтобы заправка настоялась. На крупные кусочки нарезаю огурец, помидор и сладкий болгарский перец, лук полукольцами. Крупные маслины рекомендую разрезать на две части, а мелкие оставить целыми. Овощи перемешаю и выкладываю на тарелку с салатными листьями. Сверху маслины и кубиками сыр фета. Поливаю настоявшейся заправкой. Салат готов. Салат «Цезарь» очень популярный и вкусный. Сочетание всех продуктов с пикантным соусом придает салату неповторимый вкус. Куриное филе нарезаю на пластины, солю, перчу, обжариваю на оливковом масле до золотистого цвета с обеих сторон, нарезаю на длинные кусочки. Перепелиные яйца и помидоры черри разрезаю на две части. Капусту айсберг нарезаю на крупные куски или можно порвать руками. Бекон обжарю на сухой раскаленной сковородке. Батон нарежу на кубики, посыплю прованскими травами и добавлю оливковое масло. Перемешаю. Выложу на противень с пергаментной бумагой и отправлю в разогретую духовку на 15 минут, чтобы подсушились. Получатся хрустящие ароматные сухарики. Приготовлю соус для салата. Яйца обязательно должны пройти термообработку. Отправлю на 1 минуту в кипяток, а затем в холодную воду. В чашу блендера вливаю оливковое масло, бальзамический уксус или лимонный сок. Добавлю острую горчицу, выдавлю чеснок, вбиваю яйца и тертый на мелкой терке сыр пармезан. Взбиваю погружным блендером 1-2 минуты. Соус готов. Готовлю салат для подачи. Вначале выкладываю капусту и поливаю соусом. Затем мясо, бекон, яйца, помидоры черри и сухарики. Посыпаю сыром пармезан и слегка поливаю соусом. Салат готов. Салат капрезе – это легкая закуска итальянской кухни. Чтобы салат получился вкусный, выбирайте красные мясистые помидоры среднего размера. Нарезаю их на кружочки толщиной 0,5 см. Также кружочками нарезаю нежный, рыхловатый, с ненавязчивым сливочным, чуть соленоватым вкусом сыр моцареллу. Выкладываю все по кругу, чередуя помидор, сыр и листья сочной зелени базилика. Поливаю оливковым маслом холодного отжима. Солю, перчу, посыпаю ароматной итальянской приправой.
Изюминку салату придадут кедровые орешки. Яркий, вкусный, легкий салат уже готов и можно подавать на стол. Какой салат вам понравился больше всех? Пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!